Ассаламу алейкум, братья и сестры. Просили вы позвонить мне в РЖД, узнать насчет поездов в Таджикистан, в Узбекистан. Ребята, сейчас вы все услышите что-то. Вас приветствует единый информационный сервисный центр компании «Российские железные дороги». For English, press 5. Здравствуйте, меня зовут Мария, чем могу помочь? Алло, здравствуйте, хотел бы у вас узнать. Есть из Москвы в Ташкент рейсы поездов? Вы гражданин России? Не, гражданин Узбекистана. Вам как могу обращаться? Михаил. Минуту, пожалуйста. В целях предупреждения проникновения на территорию Узбекистана коронавирусной инфекции 16 марта 2020 года до особого указания временно приостановлено движение поездов в сообщении с Республикой Узбекистан. Сейчас поезда назначаются только для высадки, для выезда граждан Узбекистана, и они поезда следуют без права продажи проездных документов для посадки на остановочных пунктах. Последний поезд был назначен 25 февраля в Омске, Ташкент. Угу. А также и с Таджикистаном то же самое, да? Минуту, пожалуйста. Цель предупреждения проникновения на территорию Таджикистана коронавирусной инфекции. То же самое. 2020 года до особого указания временно приостановлено движение поездов в сообщении с Республикой Таджикистан. Туда поезда сейчас не назначаются. Так что, братья и сестры, как появится информация о том, что поезда ходят, я обязательно сообщу. Пока что так.